А знаете ли вы, что кухонный кран должен быть включен во весь напор на протяжении 45 лет, чтобы вылить количество воды, равное количеству крови, перекачанной сердцем за человеческую жизнь средней продолжительности? Каждый день сердце вырабатывает достаточно энергии, чтобы проехать на машине 32 километра. Женское сердце обычно бьется быстрее мужского. Мужское – примерно 70 ударов в минуту, женское – 78. Реабилитолог – профессия для взрослых людей. Но речь идет не о возрасте, а о душевной зрелости. Этому специалисту, вы ее уже узнали, это доктор Любовь Чащина. Нужно быть одновременно врачом, учителем, наставником. Любовь Васильевна обладает терпением и уникальными душевными качествами. Под ее контролем больные восстанавливаются после инфаркта. Врач-реабилитолог индивидуально подбирает длину дистанции, динамику ее увеличения и скорость ходьбы. Раз, два, три. Замечательно. Остановились. Ноги вместе поставили. Делаем дыхательное движение. Руки вверх. Вдох. Опускаем. Выдох. Делаем три раза. Вдох. Опускаем. Выдох. Сидя положение, оно уже больше дает нагрузку на сердце, чем исходное положение лежа. И плюс упражнения. Поэтому это у нас номер, комплекс номер два. Если речь не идет о настоящих проблемах с сердцем, например, инфаркте, то ваши боли в области сердца, скорее всего, носят психосоматический характер. И тогда, чтобы избавиться от них, нужно просто успокоиться. Не стоит сильно пугаться, усугубляя этим свой стресс. Быстро успокоить нервы и снять такой стресс помогут 15-20 капель успокоительного средства. Помните, что мы рассказывали вам на протяжении всего проекта? Лучшее лечение – это профилактика. Ведите здоровый образ жизни, следите за своим весом. По возможности сократите употребление алкоголя и табака. И не принимайте стрессовые ситуации близко к сердцу. И напоследок. Французский врач Рене Лоэнек изобрел фонендоскоп, когда почувствовал, что прижимать ухо к груди пациенток со слишком большим размером бюста просто неудобно. Это была программа «Спроси свое сердце». До свидания.